Всем привет и добро пожаловать на мой канал, друзья. Сегодня мы с вами приготовим вот такую вот красивую и очень вкусную галету с персиками из нежного песочного теста. Готовится очень быстро, просто справиться с любой. Получается вкуснятина. Давайте готовить. Итак, сначала займемся тестом. Здесь у меня 250 грамм муки просеянной, чайная ложка ванилина. И чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Это вот кусочек сливочного масла 90 грамм. Сейчас на крупной терке быстренько перетираем его. Натерли масло. И вот так вот его нужно смешать с мукой. Превратить в однородную массу. Хорошо, хорошо растираем. Дальше добавляем сметану и сахар. Здесь у меня 2 столовых ложки сахара, 5 столовых ложек 15% сметаны. Замешиваем. Все, быстренько все соединили, буквально 2 минутки. Вот такое вот тесто получилось. Сейчас я его убираю в пакет и убираю в холодильник. Пока тесто отдыхает, мы с вами приготовим начинку. Для этого вот таких я взяла 2 крупных персика. Сейчас мы их будем резать. Вот порезала на такие дольки толщиной где-то по 3 миллиметра. Ну вот тесто отдохнуло 20 минут. Достаем и раскатываем сразу на пергаменте. Так, раскатали тесто толщиной где-то 0,5 сантиметра, столовую ложку с горкой кукурузного крахмала берем, так вот серединочку, где будут у нас персики, посыпаем, будем выкладывать. Выложили и закрываем. Так, аккуратненько. Тесто нежное-нежное. И чуть-чуть щепоточку сахара сейчас посыплю. И все, духовка у меня разогрета до 180 градусов. Ставим в духовку минут на 25. Все, друзья, галета готова. 30 минут она выпекалась при 180 градусах в моей духовке. Я вот так сверху достала, посыпала чуть-чуть сахарной пудры. Можно этого не делать. Вот такая вкуснятина, аромат стоит по всей кухне. Готовьте, радуйте себя, своих близких. Очень быстро и очень вкусно. Всем вам спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Я вам желаю всего самого-самого доброго и до встречи в следующем видео. Пока-пока!